Командор. Это специальные шампуни, чтобы не, да, вот это, чтоб не расчесывалось оно, да? Нет, специальные дряды вяжут. Нет, это шутка, вы что? Нет, это не шутка. Шутка, шутка. Нет, нет, нет. Да-да-да. Дреды не вяжут. Вот шутка, да? Это можно было бы с ума сойти, если бы дреды вязать. Да, каждый дред отдельно вяжется. И кто-то жалеет в это, да? Вот смотрите, как они сначала вяжутся. Вот на резинках. На резинке, а потом вот дреды. Смотрите. Вот на резинках сначала, а не потом... Не фотографируйте резинки, пожалуйста. А потом оно... А я же не скажу, оно на видео. На видео. А потом уже превращается в дреды, резинки снимаются. Нет, вы серьезно? Да. Ну, вот серьезно, да. Я говорю, вот смотрите, видите? Это формируется толщина дреда, толщина. Если не формировать толщину, то дред может быть вот такой толщины. Да вы что? Да, в зависимости от того, как вы формируете толщину, в зависимости от этого будет толщина дреда. А дреды сами забиваются. Ничего себе! А в каком же возрасте вы это делаете, формируете? Ну, вот она маленькая еще. И вот так долго-долго, да, вот так? Ну, это же года 2-3. А потом они формируются и вы расчесываете, да? Или так оставляете? Да, они такие сами остаются. Это командор, это девочка такая симпотная. Ножички такие. Вы знаете, это для меня просто какое-то откровение. Я в жизни об этом не думала, что такое может быть. Думала, что вы шутите. Иди сюда. Я видела, конечно, таких собак в большом количестве, ну, на международных выставках, там, за границей, но не думала, что так делают. А? Но я видела, что такие дреды есть, но не думала, что это так делается. Оказывается, это не шутка. Это тоже с Киева, да, собака? Да. Самые красивые собаки у вас. Спасибо. Южак здесь еще. Спасибо. Спасибо.